Лунный свет крадет у тьмы владенья, безмятежно разлилась ночная тишь. Завтра утром будет время сделать все, что не успел. Всем привет! Сегодня отмечаем Пасху. О традициях этого дня расскажем в студии программы «Детское время», а помогут мне в этом разобраться мои соведущие Полина Точилина и Мелания Аксютик. Пойдем к ним. Привет, Катя! Привет, мы сегодня рады тебя снова видеть. Привет, девчонки, я тоже очень-очень рада вас сегодня видеть. Стоп, девочки, сегодня же Пасха. Вообще-то надо говорить не «Привет», а «Христос воскрес». Абсолютно верно, девчонки. Я решила проверить, помните ли вы об этом светлом празднике. А мы вчера красили яйца. А моя бабушка вчера весь день куличики пекла. А ты ей помогала в этом? Да. Полина, ты тоже с мамой печешь куличи на этот праздник? Хорошо, а с чем вы обычно выпекаете? С изюмом. Помните? Я тоже. Вкусно, правда? Да. Но вообще, вы знаете, во всем мире в этот день украшают стол. По-праздничному очень ярко. У меня есть картинки, давайте я вам покажу, как это обычно выглядит. А вы мне скажете, у вас дома так же или может быть что-то как-то по-другому? Смотрите. У тебя тоже так же ярко накрыт стол? Хорошо. Катя, а расскажи нам поподробнее про этот праздник. Пасха, или как ее еще называют, Воскресение Христово, один из самых важных христианских праздников. Ну, соответственно, самый древний. Он символизирует переход от смерти к жизни, от земли к небу. А что, праздник Пасха празднуется всего лишь один раз? Нет, девчонки, на самом деле, по православным традициям, Пасха празднуется на протяжении 40 дней. То есть все 40 дней можно говорить «Христос воскрес»? Да, все верно. Отвечать как? «Воистину воскрес». Теперь, когда вас будут приветствовать таким образом, вы будете отвечать «Воистину воскрес». Верно. Почему Пасха каждый год отмечается разного числа? На самом деле дата Пасхи считается по лунно-солнечному календарю. Каждый год выпадает на разную дату, поэтому праздник принято считать переходящим. Катя, а кто первым стал говорить «Христос воскрес»? Девчонки, это такая интересная история. Однажды Мария Магдалина, христианская святая, пришла к римскому императору. Принесла ему белое куриное яйцо и говорит: «Христос воскрес». Как вы думаете, он поверил в это? Нет. Нет, он сказал: «Вы знаете, ну скорее, наверное, вот это белое яйцо превратится в красное, чем произойдет так, как ты сказал». И что бы вы думали случилось в этот момент? Оно стало красным. Абсолютно верно. И после этого восхищенный и пораженный случившимся римский император и произнес фразу «Воистину воскрес». С тех пор и пошло. Ого, какое удивительное предание. И поэтому люди стали из-за этого красить яйца? Да, девчонки, именно крашеные яйца на Пасху символизируют начало новой, счастливой и светлой жизни. А мы слышали, что крестными яйцами бьются. Да, девчонки, так и есть, но я думаю, мы сегодня с вами этого делать не будем. Наверняка вы это сделали уже дома, вместе со своей семьей. Есть такая старинная пасхальная традиция. Как вы думаете, она называется? Битки. Да, битки, от слова «биться», да, потому что яйцами бьются. И выигрывает тот член семьи, чье яйцо оказалось самым крепким и не разбилось. Ну, соответственно, считается, что этот человек на протяжении всего года будет самым счастливым и самым здоровым, и никакие неурядицы ему нипочем. Девчонки, у меня есть фотографии яиц после игры в битки. Давайте я вам покажу, как это выглядит. А есть еще какие-нибудь символы Пасхи? Да, девчонки, есть. Я знаю, что в этот день все православные верующие, которые приходят в церковь, берут свечу и зажженной должны донести ее от церкви к дому. Ну, как правило, это происходит в деревне, потому что городским жителям сделать это будет не так-то просто. А я еще знаю, что кролик – это символ плодовитости. Да, девчонки, так и есть. Есть даже такое предание, говорят, что именно кролик и приносит пасхальные яйца в каждый дом. Прячет их с утра пораньше, детки просыпаются, смотрят, в корзине яйца пасхальные лежат. Оказывается, что это подарок того самого кролика, о котором вы сейчас говорите. Может быть, вы еще о каких-то традициях знаете? Что-то слышали? Может быть, о чем-то мамы, бабушки вам рассказывали? Про пасхальных куличей.
А что про пасхальные куличи? Выпекают их, правильно? Да. Каждый раз? Хорошо. Есть, наверное, какие-то особенные рецепты? Может быть, у вас в семье такие имеются? Да. Но вы ими не поделитесь, потому что это семейный секрет? Да. А что, вербу освещают? Я знаю, потому что смотрела детское время в «Верное воскресенье». Ну-ка, Полиночка, расскажи тем деткам, которые не успели посмотреть программу. В «Верное воскресенье» христиане освещают вербу и приносят ее домой. Абсолютно верно. Еще они вспоминают, как Иисус вошел в Иерусалим, и как они устилали перед ним дорогу пальмовыми ветками, в знак благодарности и уважения за все то, что он сделал. Но у нас же нет пальмовых листьев, и значит, мы освещаем вербу? Да, все верно, ею можно украсить дом. Как вы думаете, каким образом это можно сделать? Вот я знаю, что вазочку можно поставить. Полиночка, у тебя ставят это растение в вазу? Да. Красиво получается? Да. Хорошо, как еще? Давайте пофантазируем. А еще можно возле окна поставить. Можно возле окна, можно украсить иконы, а можно сохранить эту веточку до следующего вербного воскресенья. Есть такая традиция, говорят, что если эта веточка долгое время хранится в доме, если быть точнее, на протяжении года, это приносит в дом счастье и благополучие. Девчонки, раз уж мы с вами поговорили о том, каким образом можно украсить свой дом, я хочу вам показать парочку примеров. Я думаю, наши телезрители сейчас тоже это берут себе на заметку. И в следующем году, если вы этом не успели этого сделать, обязательно украсят свое жилище. Смотрите, как красиво получается. Красиво. Почему до Пасхи нельзя есть яйца, молоко и мясо? Ну, потому что православные верующие на протяжении 40 дней соблюдают пост. Они едят только постную еду, много молятся, и таким образом происходит духовное очищение. Катя, а что, на Пасху можно кушать все, что захочешь? А как вы думаете, можно, Полина? Да. Да-да-да, верно, с этого дня можно есть абсолютно все и ни в чем себя не ограничивать. Расскажи нам про необычные традиции на Пасху. Ну вот, девчонки, я, например, знаю, что в Польше устраивают настоящую водную битву. Это очень интересные баталии, которые разворачиваются на протяжении всего дня. Вот, например, в Швеции символ праздника – это пасхальные игрушки с изображением, кого бы вы думали? Ведьмы, настоящие ведьмы. Но там уверяют, что ведьмы никакие не злые персонажи, а добрые бабушки, которые приносят, опять же, счастье и благополучие. Ну или вот, например, в Германии вообще чествуют пасхального кролика, о котором я вам говорила. Помните, что он делает? Да. Что? Он по утрам приносит детям пасхальные яйца, ложит их в корзинку. Мало того, он их еще и сам красит, говорят, в разные цвета и делает их нарядными и забавными. Так хочется уж спать. Я бы не была не против посмотреть мультфильм. Полина, ты с удовольствием посмотришь мультфильм? Да. Я с вами полностью согласна. Самое время, наверное, пригласить наших маленьких телезрителей поближе к экранам. Кутайтесь, пожалуйста, в свои теплые одеялки, смотрите вместе со мной, Полиной и Миланой, интересный мультфильм и ложитесь спать. Добрых вам снов! Пока-пока! С праздником! Лунный свет крадет у тьмы владенья, безмятежно разлилась ночная тишь.